Добрый день, с вами Наталья. И я хочу показать свои сенсеверии, как они прекрасно укореняются в воде и пускают листики. Вот, посмотрите. Вот такая у них корневая система. Сейчас достану каждый листик. Вы можете, чтобы было быстрее, срезать листики, поделить пополам. Вот это листик. Это не это. Ну, несколько листиков срезали больших, разрезали пополам. И вот поставила я водичку. Вот, посмотрите. Не все, к сожалению, листики пустили. Дополните. Вот эти два листика. Они пустили только корни. Вот, посмотрите. Этот листик. Вот это материнский листик. А вот от него молодой листик. И хорошая корневая система. А этот вообще удивительный вариант. Посмотрите, вот материнский листик, и вот рядом большой уже листик, и малыш. И в воде они продолжают пускать корневую систему и выдавать новенькие листики. Это самый удобный способ, который может быть. Вот, посмотрите, еще. Поэтому для того, чтобы ваше растение недолго мучилось от разрезания листиков, можно таким способом быстро укоренить, и когда вы посадите, то у вас уже будут как бы большие растения, и рядом с ним молодые красивые зеленые листики. Это очень-очень удобный способ. Ну что ж, дорогие друзья, я вам предложила, если вам понравилось, заходите к нам еще на канал, пробуйте такие же способы, и всего доброго, до новых встреч, пока-пока!